Валентина Рвачева, доярка колхоза имени Владимира Ильича Московской области. Уходящий год для наших животноводов был удачным. Наш вклад в продовольственную программу по 5520 килограмм молока от каждой коровы. Мы со своей напарницей от своей группы надоили по 5800 килограмм молока. В наступающем году всем желаю плодотворного труда, счастья и мира на земле.